Внимание, мошенники! На порогах люберецких квартир все чаще стали появляться люди в спецодежде, которые предлагают услуги по замене телевизионного кабеля и подключению интернета от имени антенной службы ЛРТ. Мы заявляем, они не имеют никакого отношения к нашей организации. Сотрудники антенной службы ЛРТ посещают своих абонентов исключительно по заявкам люберчан. Кроме того, все работники имеют при себе специальные пластиковые бейджи, удостоверяющие личность. С перечнем сотрудников антенной службы ЛРТ вы можете ознакомиться на сайте www.lrt.tv в разделе «О нас», вкладка «Коллектив», команды телеканала. Стоит отметить, что информация о нашей компании, размещенная на сторонних сайтах, может не являться подлинной, так как наша организация не давала на это разрешения. За все материалы, которые размещены на сомнительных интернет-источниках, ООО ЛРТ не несет ответственности. Будьте бдительны. Если у вас возникли сомнения, позвоните в нашу антенную службу по телефону 8-495-559-7601. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.